Главную награду 71-го Каннского кинофестиваля получила драма японца Хирокадзу Корэды «Магазины и воришки», сообщает корреспондент Ленты.ру. Фильм посвящен истории семьи бедного японского рабочего Осами, который живет только на пенсию бабушки и промышляет мелкими кражами. Их жизнь меняется, когда отец семейства находит на улице маленькую замерзшую девочку. С этого момента семье предстоит пройти проверку на прочность, говорится на сайте фестиваля. От России на «Золотую пальмовую ветвь» претендовал фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Картине достался приз за лучший саундтрек. Также жюри фестиваля вручило приз актрисе Самалы Еслямовой, сыгравшей в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка» за исполнение лучшей женской роли. В Каннах также был отмечен российский режиссер Игорь Поплоухин, автор фильма «Календарь», занявшего второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефан де Сён». Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.